Актрису Майю Булгакову режиссеры называли «женщиной в платке». Эталонная кинодурнушка появлялась на экране в образе одинокой и замученной жизнью бабы. Но за кадром Булгакова выходила из роли. Роковая соблазнительница, она сводила мужчин с ума. Многие люди проживают и спокойно. А уметь любить и чтобы тебя полюбили – это тоже талант. Не красотка, а мужики за нее дерутся. Бурная очень была жизнь. Бурная, потому что темперамент был достаточно сильный. Майя жила на полную катушку. Мужчины, алкоголь и сумасшедшая скорость. Это ее и погубило. Она такая была женщина, иди сюда. Поэтому к ней, в общем, мужчины и влипли просто всю жизнь.